Сургутских школьников собираются перевести на смешанное обучение. Об этом сообщили на брифинге в городской администрации. Вопрос сейчас в стадии обсуждения. Предполагается, что 2 недели ученики будут посещать школу очно для изучения нового материала. Еще 2 недели будут учиться в дистанционном формате. Сейчас прорабатывается вопрос об обеспечении безопасности очного обучения. К слову, в Сургуте сегодня из 30 общеобразовательных организаций 13 работают в обычном режиме. На карантин закрыли 25 классов школ города и 15 групп в детских садах. Знания в дистанционном формате сейчас получает 5-я часть школьников с 6 по 11 классы. Конечно, очень сложно развести потоки. Это самая главная задача, которая перед нами стоит. Чтобы разведение потоков было, чтобы, конечно же, минимизировать риски заболевания, распространение коронавирусной инфекции. Мы будем стараться максимально переводить на очное обучение те основные предметы учебного плана, которые сегодня выбраны и которые диктует нам стандарт, федеральный стандарт образования.